А этот как забил Вилли. Оу. Ну что, споем? Не. Да ладно, мистер разрешил. Ну, после, он разошел раздеваться и сказал, ребята, хорошо играли, да, молодцы, поздравляю, очень важно победить. Два дня, потом самолет, уже сказал три. Девчонки, это Трибуна Лаунж, здесь можно и футбол посмотреть, и караоке попить. Круто! Это не она. Наша любимая команда «Шахтер». У меня идея. По-товарищески. Такого даже себе не ставить. Место на сцене, девушки, как вы считаете? Спасибо, спасибо. Вы были на футболе? Мы бы с удовольствием сходили. Так приходите, поддержите нас. Отлично! И договорились, тогда встречаемся на Дубасаре. Сказано, сделано. Yes, девочки! Oh!
Что вы делаете? Завтра тренировка. Это Гаэтана. Ты тоже моя команда. Ты тоже завтра. Тренировка. Окей, мистер.